Эта зима может похвастаться резкими скачками температуры от оттепели до суровых морозов. Стартовавшая неделя не исключение. Для жителей региона первые дни недели оказались ветреными и морозными. Температура днем не превышала 17 градусов со знаком минус. Масло в огонь подливает и сильный северный ветер до 8 метров в секунду. Завтра ожидается ясная солнечная погода, правда также со знаком минус. Столбик термометра днем не будет превышать 18 градусов ниже нуля. Из-за северного ветра будет казаться намного холоднее. Министерство образования и науки Ульяновской области рекомендует директорам школ отменить занятия с 1 по 9 классы. Потеплеет уже к четвергу, температура снизится до минус 13, однако к выходным вновь похолодает до минус 18 и пойдет снег. По прогнозам синоптиков, потепление стоит ждать лишь к следующей неделе. С 13 февраля температура обещает быть не ниже 10 градусов.